Всем привет, друзья, с вами Дара, и это снова продолжение Dark Messiah of Might and Magic. Мы наконец-то с горем пополам, со всеми этими вылетами, вышли на новую главу, глава номер 5. Вот здесь по-любому что-то лежит. И сейчас будем сражаться с орками и гоблинами. Почему у меня щит не вылазит, бесит прям. Сара, быстрее! Так, а вот и первые трупы. Ты живой? Миледи. Этот человек ранен, помогите ему. Сию минуту, миледи. Что здесь произошло? Орки. Они пришли из храма. Мы вынуждены были отступить. А там дальше еще хуже. Они заблокировали вход. Некоторые из наших остались внутри. Они говорили, что видели Паукая. Паукая. Что за Паукай? Паукай? Он еще и бредит. Пожалуйста, Саров, идем со мной. Кто боюсь, нам Паукай? Предстоит сражаться. Кто такой Паукай? Что такое Паукай? Падший дракон. Они не живут в этих краях. Илов, сохрани нас, если это не так. Идем. Надо избавиться от этих орков. Так, и... Ага, все, не могу, да? А что у нас такое? Чары. Чары. Ману можешь прокачать еще. Ману. А куда ты идешь? Пойдем. Все, пойдем. Войны, охотники, королева пауков явила свою волю. Воры, приспешники демонов, не должны осквернить ее святилища. Помните свои клятвы, помните наших предков. 9, за 9. Наш клан, за наш род. Отрок? 9 человек, да? Ой, человек, 9 орков, нормально, изи. Изи пизи. Изи. Он даже шифтом идет очень громко. Ну ты топтыга, конечно. И героев тоже убьют. Остров принадлежит оркам. Храм принадлежит оркам. Стой на... Добей его, добей, добей его! О, добил. Смерть уже каприза. А вот и лук упал. Сейчас, подожди. Вот так нормально. Стой, или умрешь? Нет, нет, тихо. Лучники, ненавижу лучников. Ненавижу лучников. Ты, блин, увернулся, падла. Ё-моё, у неё же, блин, хелсы есть. Эй-эй-эй-эй-эй, стоять! Стоять! Убьют человека. Куда эта дура прям на толпу орков пошла, блин, со своей магией? Стой здесь! Пожалуйста! Блин. Долбаные лучники, а? Да добей ты его! Ну, хотел по воину, попал по лучнику.
Да добей! Добей! Как добей? Или он этим не может добивать? Стоять! Ты чё, тоже пинаться умеешь? Улети! Щит! 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 Больно, больно, больно! Что такое? Что делать? Иди сюда. Ты что, в рукопашку дерешься? Стоять! Отправляйся к драконам! Ты дура, блин, нас чуть не убили из-за тебя! А, еще армия идет! Сука! Бляха-муха, на тяжелом очень тяжело играть, ну... А, нормально, отсюда, да? Отсюда, так, так. Да что ж ты, дура, сука, стоишь? Я не понимаю, как ее управлять. Отправляйся к драконам. Да твою... Щит, 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 щит! Охренеть, у них такой мощный удар! Очень больно бьют, очень больно бьют, очень больно. Столько щитов сломал уже. Щит, 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 щит! Почему щит не надевается? Не понял? Полечи, полечи! Да бляха-муха, сколько можно щиты ломать? Долбаный крюк, ни хрена не... Блин. Сарф, так, что за... Надо пробраться внутрь. Броник. Подожди, давай пробежимся, что тут есть?
Вы где были? Вот тут что-то есть по-любому. Что-то есть. Сейчас что-то мы здесь что-то найдем. А как упасть? А как упасть? Никак, да? Ах, ты ж собака. Что за глюк? Почему я не могу щиты таскать? Лина вас возненавидела? Ты что, прикалываешься, что ли? Ебануться можно. Куда ты идешь, дура? Жесткий разворот! Может, ты меня подлечишь? Может, подлечишь? Так, у меня есть ближний... О, наконец-то, блин. Короткий меч. Саров, надо пробраться внутрь. Все, ладно, пойдем, не буду ничего я тут выбирать, блин, искать, выбирать. Опять возненавидишь меня? Куда идти? Возненавидела меня. Нам сюда, но рычаг сломан. Если я взорву решетку, грохот разнесется по всему острову. Быть может, есть подземный туннель, по которому нам удастся пройти. Надеюсь, все смогу пройти. Endlich allein. Здесь должен быть какой-нибудь рычаг. Не надеваются щиты, я же говорю. А, вот. Пауки, да? Ekelhafte kleine Biester. Что за хрень? Hungrig. Я вообще не помню такую хуйню. А!
Еще паук ползет! Schlechter geworden, nicht wahr? Er wird den Bogen nicht mehr brauchen. Geh und nimm ihn. Inventar переполнен. Так, окей. Щит можно выкинуть. Такой же бро. Молот этот нахрен надо. Так, так, так. Чё я раздавил? Подожди, я отсюда упал. Да? Нет. Куда идти? Опять что-то раздавил. Может, вы что-то скинете мне, нет? Не хотите? В обратную надо идти. Я застрял, потерялся. Лук? Еще раз, для чего лук? И чё? У меня же нет там лукс. Нифига себе! Лук верхолаза. Да ну нафиг себе. Так. Можно вернуться, пожалуйста, можно вернуться, можно вернуться, можно вернуться. Бля! Мы падаем. Там какой-то секретик, по-любому. Здесь же есть деревянная поверхность, да. Это выход к линии. А вот там какой-то секретик есть. И там же глюки есть, опять я что-то раздавил. Упало, нормально. Сказал отравляющего плюс 2 к урону. Не, подожди, это лук обычный, нафиг не нужен уже. Облако яда. Сбитый блок, шанс того, что противник не сможет отбить или блокировать вихрь ударов. Атака в прыжке, прием, позволяющий сбить противника с ног. Молния.
Огненный шар. Наносящий удар огнем не только выбранному врагу, но и всем окружающим его существам. Магическая молния, поражающая противника разрядом электричества, рикошетит при ударе в стену. Если противник находится в воде, молния наносит повышенный урон. При всплеске адреналина можно вызвать цепную молнию, которая последовательно поразит несколько целей. Все, у меня есть молния. Опять щиты не надевают. Что за блин? Я отсюда могу выйти, да? А, вот это же вот эта фигня, да? Все, понял. Так, сохраняем игру. Сколько там по времени? Уже полчаса. Так, нормально, мы укладываемся. Офигенно, в цель. Прекрасно. Идем ко входу. Ну, погнали. Вон он! Нужно спрятаться! Скорее! Спасайтесь, миледи! Я задержу его! Тарган, не надо! Ты с ним не справишься! Пригнитесь! Он извергает молнии! Тарган, нет! Ты с ума сошел? Ой, ёб твою душу! Ничего себе. Придется все время быть на стороже. Если он нагонит нас, мы погибли. Куда дальше? Бедный Тарган. Да он ладно, хороны, погнали, все. Преданным другом моего дяди. Что здесь? Новую куртку. Из чего Шоргун сделает новую куртку? О, это не я. Стоять. Не дайте чужаку уйти. На тебе огненный шар. Ой, горячо. Жесткие какие-то они. Отправляйся к драконам. Идите за Линой. Давай, погнали, Лина. Ну же, идем со мной. Погнали, куда идти? Ты скажи. Ну иди вперед, я же за тобой иду, а не ты за мной. Иди, говорит, за мной, и идет за мной. Хвала драконам, вы здесь. Орки вошли в храм. Нас было слишком мало, чтобы дать им отпор. Пришлось отступить. Я рада, что ты жив, Дункан, когда столь многие погибли. Этот воин Саров, ученик Фенрига. Мы встретились в Стоунхелме, и он уже дважды спас нам жизнь. Тогда я вдвойне рад, что он здесь.
Достойный воин не бывает лишним. Он очень достойный воин, Дункан. Разве мы не за черепом приехали, милый? Ну, довольно разговоров. Рантир следует за нами по пятам. В Стоунхелме есть и другие корабли. Дункан, ты останешься защищать судно. Мы с Сарафом отправимся за черепом. Короче, готовься отплыть, как только мы вернемся. Короче, мы тебя оставляем на сиденье дракона. Да прибудет с вами Илов! Давай, а мы пойдем поищем кое-что. Ту-ду-ту-ду-ту-ду-ту-ду. Все, давай быстрее. Если сейчас опять вылетит, я нахрен выйду с этой игры. На этом эта часть заканчивается. Продолжим тогда, когда у меня нервы восстановятся и я перестану психовать. Всем пока.